Краснодарскому краю 80. Поздравить родной регион с юбилеем в зале органной и камерной музыки собрались выдающиеся сочинцы. Каждый из них отдал профессии всю свою жизнь. Работал много и всегда на благо города и края. Наш край – это не только главный аграрный регион страны. Мы находимся на лидирующих позициях по таким показателям, как инвестиционная привлекательность, объемы строящегося жилья, рейтинг благоустройства городов и рейтинг гостеприимства субъектов Российской Федерации. За последние полтора десятилетия практически во всех сферах жизни нашего региона происходят кардинальные изменения к лучшему. В честь 80-летия региона глава города вручает памятные медали. В списке награждаемых 55 человек. Врачи, учителя, ветераны войны и труда, работники культуры и спорта, крупных предприятий Сочи, представители власти, рабочих и творческих профессий. В трудовой книжке Натальи Волиговой всего лишь одна запись. Учитель математики в 76-й гимназии. Она педагог с 35-летним стажем. Каждый человек должен работать по своему призванию, отдавать себя полностью и понимать, что этим он возрождает, укрепляет край, в котором живет. Медаль в честь дня рождения края получила и Нора Липсверидзе, почетный гражданин города. 55 лет она проработала на руководящих должностях. Кстати, Нора Ираклевна тоже юбиляр. Ей, как и Кубани, на днях исполнилось 80. Она известный меценат. Говорит, в этом и есть секрет долголетия. Нескромно это говорить мне, но я много добрых дел для людей делала. Моя мама, царство ей небесное, она нас учила, если у вас есть рубль, 50 копеек отдай бедному человеку, а 50 оставь себе. Завтра тебе Всевышний пошлет уже 2 рубля, чтобы ты рубль оставил себе, а рубль отдал бедному человеку. За 80 лет край прошел активное развитие и разрушительную войну, возрождение и расцвет. Сегодня Кубань один из самых успешных во многих областях регионов страны. И этот успех зависит от работы каждого жителя региона. Каждый из нас в любой отрасли старался работать честно, на благо города прежде всего, естественно, и края. Поэтому хочется пожелать и молодому поколению дальше вносить свои трудовые успехи, и будет процветать город и край. Официально край юбилей празднует сегодня, а в Сочи эту дату начали отмечать уже давно. К ней приурочили концерты, выставки, фестивали, а еще открыли обновленный Дом культуры на КСМ и новый сквер на Макаренко, который так и назвали в честь 80-летия Краснодарского края. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.